Друзья, всем привет, и мы с вами продолжаем играть в игрушку Ryzen. Остановились мы с вами на том, что восстановили кристалл, пообщались с хорошим дедком, ну, хотя, не знаю, дед он, не дед, в том плане, что пообщались с друидом, хороший мужик оказался относительно, по крайней мере, очень уважительный, все дела, по остальное уж не знаю, но с первого взгляда, знаете, неплохой мужик, типа, правда. А пока что мы продолжаем с вами наше путешествие. Нам будет обязательно еще к друиду вернуться, когда мы соберем все кристаллы. Он попросил нас к нему прийти. И еще он попросил нас узнать что-либо о этом, скажите. О храме, который в вулкане, который заперт за дисками. Потому что что-то там нехорошее может быть. И стоит открывать или нет, надо пообщаться с ним потом по этому поводу. Чем ты тут занимаешься? Я жду удобного случая. Удобного случая? Люди считают, что Гиргер — это просто сказка. Я знаю, что это не так. Ну, тут ты слегка опоздал. Почему? Ты о чем это? А, я его убил. Гиргер мертв. Что? Мертв. Абсолютно. Это дохлый Гиргер. Это тот, который Никто тогда в замке не верил, был. Когда я говорил, что эта тварь действительно существует. А теперь мы с тобой знаем, как на самом деле обстоят дела. Я покажу этим свиньям, что обзывали меня психом. Вот, я уверен, это пригодится такому великому охотнику, как ты. Чё это? Желаю тебе всего наилучшего. Какой-то крутой лук, может быть. Он мог со мной отправиться за этим Гиргером, да? Но я его опередил. Да, это лук пизжи моего. Ему ловкость 50 требуется, и у него дамага 50 также. Окей. Что у нас, кстати, по левелу? Ну, пойдемте, я как раз хотел здесь все долутать. В том плане, что всех доубивать, чтобы сюда потом не возвращаться. В эту часть карты вообще. Ну, кроме как к друиду в гости, знаете, зайти, там все дела. Но это само собой образующееся. Вот эту хуйню надо отхерить. Господи, блядь. Ну что за хуйня? Легчайшая. Почти не, нихуя. Так, корень агра. Это очень важная вещь. Железо. Это тоже очень важная вещь. Ну как, важная для галочки, не больше. Совсем... С деньгами здесь у нас проблем нет. С денежками у нас точно проблем нету, так что это правда для галочки. Лучше начать сначала. Так. Не очень понятно. Угу. Вот и все дела. Бля. Не очень да понятно. Да блять, сука, случайно. Вот и все дела. Да, фу, блядь. Сработало. Во. Так, что это за говно? Ну, она золотой слиток хотя бы. Ну, самородок. Ну, кто ты там? Ну, вот он, да, золотой. Пойдет. Уже лучше, чем еще. Так, сейчас здесь пройдемся полностью. От А до Я. Просмотрим, что мы с вами здесь не сделали. Я тоже знаю, что здесь есть один огр. Это 100% информация. Не очень хотелось бы здесь, возможно, ночью гулять. Но дождя нету. Обычно мне здесь только дождь не нравится. Ночью, конечно, темно, но на то она и ночь. Логичное завершение. Заявление. За похуй, короче. Так. Естественно, сначала сюда идем. Как иначе. Ну и заодно замок посмотрим. Мне тут навряд ли были какие-то барьеры. У меня еще есть два свитка, чтобы барьера это самое. Избавиться от него, да? Где они у меня, кстати? Да, у меня еще есть два уничтожителя магических барьеров. Так, лечебный корень. О, здесь сундук был, в прошлый раз его не видел. Да. И еще раз. Лучше начать сначала. Да, блядь. Да. Угу. Это железо? Камень. Заебись. Зачем мне камень? Я вообще раньше камни находил, может, что-то сюжетное? Маловероятно, это глупо. Нет, это вроде что-то сюжетное, слушайте. Это, видимо, необычный камень.
хуя полетел. Давай, лети, птичка. Не, нормально я полетел, мне понравилось. Определенный кайф я, конечно, от этого испытал. Так, чё, где-то здесь эта херня? Но она будет довольно-таки... Не, я не буду говорить, что она легкая, она будет пиздец сложная, чтобы... Может, если меня разобьют ебалами, так хотя бы будет легче оправдываться. Себе же, причем. Я обычно перед собой оправдываюсь, потому что, ну, блядь. На, нахуй. Ты зря. Блядь. Сука, какие они все-таки, блядь, больно бьющие. У них еще скорость атаки ебанутая. Ну, типа, капец. Пиздец. Если бы у них щит был, я бы вообще охуевал, наверное, от жизни. Это мне еще повезло, получается. Денис. Блять, без шансов, нахуй. Ладно. Моя попытка номер три. Ну, я пытаюсь. Давай я где-нибудь здесь уже засейвлюсь. Я так полагаю, сейчас много буду умирать. Да, я вспомню, что я так в прошлый раз сделал. В смысле, он выжил? Это какой-то необычный огар или чё? Пиздец, необычный. А чё за него? А чё он так долго умирал? Я уж думал, мне пизда. Я уже молиться собирался. Ну ладно, вроде выжил, вроде убил, вроде... Все хорошо. Дышим. Благо, пешком обратно не придется идти. И вот когда я это осознаю, я сразу... У меня такое, знаете, умиротворение. Потому что у нас телепорты теперь появились. Ну, вроде мы тут все лутали, да? Может быть, что не залутали, так это какую-нибудь хуету полнейшую. Сундук какой-то тяжело взламывающийся. Серп до сих пор какой-то лежит. Но мне кажется, мы все здесь лутали. Мы тут с Фрейдом нормально так прогулялись. Все пролутали. Насладились, так сказать, моментом. На всякий случай проверю, естественно. Почему нет? Ну, вроде да, делать мне здесь нечего. Так, этот сундук я точно помню, что лутал. Дальше идем. Вот этот сундук я не уверен, что лутал. Нет, лутал. Тогда все, здесь делать точно нечего. Григер, дракон внутри и типа... Да, мы отсюда уходим. А, точнее, я бы хотел телепортироваться, но я для начала хочу там руду. Это самое. Ну, это, добыть. Там есть обсидиан, там вроде еще золото. А это, знаете, на дороге у нас не валяется. Ну, практически. Так. Ну, вроде тут, да, тут вроде все уж точно. Делать здесь нечего. Сейчас мы тогда куда? Я бы хотел, наверное, в Харбор Таун. Но я бы... Мне, блин, докачаться тут осталось буквально... Каких-то жалкие 2000. Вопрос, где? А... Нет, я не знаю, где, погодите. А, где у меня были еще здесь барьеры? Здесь ничего нет. Где у меня еще были барьеры запечатанные, которые я знаю, и которые за собой несут данж какой. Я знаю, куда мы пойдем. Я вспомнил. Все, я определился. Надеюсь, я там смогу докачать свой левел. И потом уже оттуда отправимся в Харбор Таун. И там прокачаемся по полной. Вот это сегодня наша цель на серию, в общем. Так. Па-па-па-па. Где? Вот. Погнали. Хуяк. Ой, блядь, сейчас далеко идти придется. Так, может, не можно о чем-то попиздеть? Элдрика взяли в плен саурианцы. Элдрика взяли в плен саурианцы. Какие такие саурианцы? Люди-ящеры при мечах и доспехах. Нам предстоит еще одно испытание. Это все, что тебе известно? Ага. Элдрик сказал, что когда-то эти саурианцы правили всем миром. Вот значит как. И они вернулись? Что же будет теперь?
Сейчас этот мир принадлежит нам. Мы свободны от богов. И этим ящерам нас не покорить. Возможно. А возможно нет. Кто знает. И, кстати, раз уж это пещера, да, это ж пещера по-любому принадлежит этим саурианцам, ну, ящерам, ну, 100%, нахуй, это так. И это плохо. Там все что угодно ведь внутри может быть. Ну, сделай типа, серьезно. Что-нибудь полезное. Может, мы откроем им проход, хочу, а они в итоге возьмут... Докучали. А они в итоге возьмут и разъебут нас. Да? Как вариант. Типа, все же возможно в этой жизни. Не ясно, что делать. Но это будет видно, пока что мы с вами бегаем, прыгаем. Все такие веселые. Всех можем убить, если не тупим. Ну, если пизды не получаем, как обычно. Ну, в общем, да, много есть минусов, конечно. Но, тем не менее, вроде все у нас неплохо. Так, да, куда мы идем? Так мы идем в очередной данж, который находится вот прямо под нами. Мы в него как-то ходили, там было два барьера. И оба барьера я хочу эти открыть. Вопрос, смогу ли я этой хуйней открыть еще синий барьер или нет? Потому что красный, синий, они различаются. Может, синий намного сильнее, чем красный. Типа, ну, понимаете, там вот эти вот минусы все, блядь. Ой, ужас. Так, что, тут заспавнился волк? Вилк. Мне кач нужен. Я, конечно, соболезную тебе. Я вам обоим соболезную, но мне нужно прокачаться. Вы должны меня понять. Пожалуйста. Спасибо. Так. Еще надо будет с торгашами обязательно пообщаться. Зря, возможно, из храма так ушел. Ой, хуя тут ходит. Ты что тут ходишь? А чё ты тут ползаешь? Охуенно я не дотянулся. Да нахуй. Я понял, как их добивать, если у них лоу хп. Я забыл, что у меня контратака есть, которая тоже дамажит уже. Ну, склероз. В принципе. Блять, я тебя не видел, извини. Охуеть, я так быстро могу уже делать. О, камень телепортации. Мы, кстати, уже почти все камни нашли. Офигеть. Довольно-таки быстро. Так, ну кач идет. Я доволен. У нас скоро уже левел. Ап. И этого левела мне будет более чем достаточно на все наши движухи. То есть мне больше качаться не имеет никакого смысла. Возможно. Возможно, опять же. Не факт. Не факт, но возможно. Так, здесь, надеюсь, она заново не активировалась. Спасибо, я бы охуел. Так, вот этот барьер попытаемся или нет? Давайте вот этот попытаемся. Их тут два. Мы попытаемся этот, потому что, ну, мне интересно, сработает ли на синий. Отлично. Естественно, я засейвлюсь. Не работает. Угу. То есть, ну, так все просто в жизни не бывает, я вас понял. Окей, погнали ко второму. Еще могу сказать по этому поводу. Ой, блядь, надеюсь, ты богаться не будешь. Ну, здесь я позже раз ходил, не богался. Я очень надеюсь на понимание. Сука. Какая же ты мразь. Может, я что-то не так делаю? Из-за чего может так богаться? Ну, это слишком какой-то ебанутый баг. Вот, давайте я вот просто прыгну. Опа. Просто прыгнул. Не, ну а чё? Правильно. Хочу вот сюда сразу, нахуй, здесь запрыгиваю, и мне похуй. Блять, да ёбаный ты в рот. Ай, господи, я уже хочу левитацию просто завязать и залететь. Типа, серьезно, какого хуя? Давайте вот отсюда попытаюсь. Ну, спасибо. О, спасибо, дышим. И последний рывок. Фу, блядь, и со скрежетом, но тоже получилось. Так, здесь мы убивали в прошлый раз, здесь никого нет. А, здесь просто лут. Бля. Немножко не то, что мне хотелось.
Так, зельку, во-первых. Ой, ты хорошее. Не зря мы это сделали. Магическое лечение, зелье. И вот это. Вообще не удивлен. Готов. Че у тебя было? Ничего интересного? Заебись. А, ну все, получается, мы просто так проебали эту фигню. Ладно. Так, давайте создаем телепорт. На основе кто-то появился. Во, вот это. Храм в долине вроде, да? Вроде да, вроде он. Сейчас узнаем. Ага, заебись. Так, что мы тогда делаем? Надо где-то вкачаться. Прокачаться. Где, конечно, вопрос не въебически хороший. Потому что, ну, вариантов все меньше и меньше. Будем честны. Давайте для начала сюда сходим. Посмотрим, что у нас тут. Может, какие-то задания захотят выдать. Как-никак второй акт. Тут что-то да и поменялось. Мне больше нечего тебе сказать. Понял. Так, может, ты что-то продаешь вкусное? Да, продаю. Ну, у меня денег нету, да? А, нет, есть. Давай вино еще купим, тоже понадобится. По-любому. Хорошо. Так. Тихо. Я думаю. У тебя наверняка есть. У тебя нет никаких неотложных дел. В общем, да, нам нужно как-то сейчас прокачаться. За счет чего я без понятия. В душе не ебу, если вкратце. Где мне апнуть еще? Сколько мне надо? Мне надо... Да где, господи? А вот, 1500 опыта. Хотя нет, почему? Я знаю где. Я очень даже знаю где. Подождите. О, во-первых, давайте вот этих убьем. Убери это оружие. Да погоди, блядь, ты видишь, что это война. Убирайся. Бля, не всегда работает. Я думал, так можно бесконечно делать. Мне стало интересно, решил попробовать. О, это не было неплохо. Так, по-любому еще один камень телепортации какой-то будет. Ага, к южным руинам. Угу. Мы почти все камни нашли, смотрите-ка, нифига себе. Так, можно пройтись пешочком, но мне впадло, поэтому мы сейчас телепортнемся. Куда я хочу телепортнуться, спросите вы. Ответ. Вот сюда. Лагерь бандитов. Там еще остались огры, которых мы можем убить. И подкачаться, естественно. Немаловажно. Хуяк, а где мы? Ой, так мы прямо тут, вообще кайф. Так. Я хотел бы сейчас с кузнецом попиздеть. Что удачи! За шум? Не то. Чё продаешь? Ничего не продаешь. Чё я могу продать? Я много чего могу продать. У меня 35 вот этих клинков скопилось. Я один себе оставлю буквально. Так. Лук себе тоже хороший оставлю. Болты можно продать. Один амулет продать. Все ожерелья продать. Этот один продать. Обычные кольца все тоже продаем. Это кольцо продаем. Так, на ману продам всю движуху. Она мне не нужна. Ага, что еще? Да больше нечего продавать, да? Нет, есть кубочки всякие. Кстати, я смогу камень ему продать? Если нет, значит он сюжетный. Где? Где камень? А, нет, можно продать. Обычный камень, какая скука. Рафлан. Таблички могу продать, но я их лучше завязаю. Окей, деньги появились. Давайте таблички заодно завязаем, пока интересно, не забыл. Интересно, тут явно замешана магия. Уже 109 у меня этой фигни. Охуеть. Вкратце, конечно. А вкратце охуеваю. Так, проход где-то вот тут, если я не ошибаюсь.
нихуя. Даже без багов. Вы снимали? Даже не забаговалось ничего. Я поражен. Это еще слабо сказано. Так, ну маловероятно, что мне здесь хватит опыта. По них дают по 300, да, за каждого. Их здесь трое где-то, или четверо. Не хватит мне опыта, короче. Чуть-чуть причем не хватит, скорее всего. Так, давайте, как я в прошлый раз сделаю. Ты меня ударил? Заебись. Чтобы не париться по этому поводу. Также мы скелет у нас здесь где-то, чтобы вы понимали. Он до сих пор где-то вот тут. Надо его забрать. Как это? Без Фреда. У меня, конечно, еще один свиток появился, но старый Фред никуда же не делся. Не будем забывать. Это всего трое, да, получается? Или четверо? Непонятно. Трое всего, бля, мало. Ну, надеемся, оно того стоит. Так. Нихуя оно того не стоит, я уже скажу. Но нам что, нам нужно сейчас подальше отойти? Да, я знаю. Надо подальше отойти, чтобы один отъебался. Ой, они оба отъебались. А, они из пещеры далеко не уходят, да? Угу. Да, господи. Значит, ты вернулся. Да, я. Да, вернулся. Да, опять. Алло, у меня оружие не бегается. Что за хуйня? Ну, что-то он как-то это... Затупил. И я тоже затупил. Но в итоге я его убил, так что все хорошо. Но это было странно. Это правда было странно, будем честны. Значит, ты вернулся. Да, я. Да, мне пизда. Фух, блядь. Ладно, мы справились. Что за сундук? Я его так и не залутал в прошлый раз. Я пытался, но не получилось. О, нет. Проклятие. Господи, блядь. Сработало. Угу. Я только последнюю часть всегда помню. Так, ну денег немного еще тут. Может, сундук еще закопанный, когда почва странная, не? Не. В общем, нам не хватает сколько? Серьезно. Вот серьезно, да? Ладно. Ну тогда идем. Вопрос куда? Так, где я? Погодите. А, блядь, господи, заблудился в трех соснах. Хотя тут не сосны, а дубы. Ну, не важно. Так, может тут кто-то появился? Было бы неплохо. Мне нужен буквально один враг. Это же немного, да? Вроде да. Таки-таки. Один ебаный враг. Угу. Это будет тяжело. Это будет очень тяжело. О! Это легчайшее. Так, надо похиляться. Как бы то ни было, но похиляться надо. Хил никто не откладывает никогда. Я взял, вывел его куда-то. В поле чистое. Он еще убегать до конца жизни будет. Ну, я их шотаю. Ну все? Че, все? Заебись. Как произошло, что вы тут заспавнились, друзья? Капец, я их шотаю, это такой кайф. One shot, one kill. Так, что делаем? Пообщаемся здесь, может быть. Сара? Еще раз благодарю тебя за помощь. Что? Ты помогла мне. Теперь я у тебя в долгу. Значит, ты встречался с преступниками? Ян приходил ко мне. Спасибо, что послал его. Что ж, надеюсь, что тебе удастся найти безопасное место. А почему я раньше не видел? Где ты сможешь расположиться. Думаю, что мне придется устраиваться тут самостоятельно. Похоже, нам придется примириться с этим. Я в порядке.
И береги себя. Надеюсь, что у тебя все получится. Серьезно? Я не ожидал ее здесь увидеть. Мне не спалось. Ну, зато мне не придется идти на берег. Я знаю, что она тут. О, стол алхимика, погодите. Бутылочки. Хуяк-хуяк. Так, что мне еще не хватает? По-любому, у меня есть корень агра, чего-то не хватает. Хотя, нет, вино есть. Может, корень агра. Заметано. Ага. Все, еще плюс 10 силы с куста. А, где? Вопрос. Куда? Где? Кто? Где-то здесь. О. О, зелье путника плюс 100 опыта, фига. То есть я мог его из... Ну, ладно, зато Сару нашел. Не ожидал ее здесь встретить, честно. Вот вообще не ожидал. Все, погнали к кузнечному делу обучаться. Естественно, этим всем мы займемся уже в Харбортауне. Да? Так. Где здесь Харбортаун? Господи, столько всяких этих. О, нашел. Погнали. Ну, благо у нас есть телепорты. Без телепортов было бы намного тяжелее. Это факт. Типа... То, что он... А, я прямо в городе спавнюсь. Хуя. Это удобно. Даже в город не надо входить. Вообще кайф. Так, что надо? Что нам надо? Что надо? Естественно, сразу к торговцу иду обучаться кузнечному мастерству. Нет, это не то. Мне нужен прям кузнец. Он обычно здесь работает. Сейчас я не знаю, где он. Он, может, где-то спит. На втором мне этаже. Нужен отдых. Он же здесь, наверное, да, тоже спит. Пойдемте поищем. Что ты тут ищешь? Я ищу кузнеца второго. Так, что три кровати. Тебе нужно? Что? Так, а что у тебя есть? Ну, что-то новое появилось. Боевой топор, смотрите. Раньше этой фигни не было. 100%. Шлем появился, что? Что у тебя еще есть? Посохи. Это я ему продал, скорее всего. Ну, шлема точно раньше не было. И вот этого топора не было. Где он? Где я его видел? А, вот он. Секира. Угу. Раньше точно не было. Ну, топорами я не пользуюсь. Остальное не интересует. О, еще меч плюс 2 дает, смотрите. Фига, рапира какая. Ничего себе меч. Так, ну нет. Я шлем куплю, потому что он точно лишним не будет. Это 100%. Я с какой-то там говняной шляпой хожу. Угу. Вот, смотрите. Нет, погоди. Так. Надеюсь, что ты просто смотришь. Так, 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 так. Зачем ты здесь? Смотрите, шлем. О, нет, ты. Даже не думай о грабеже. Где ваш этот чел? Чего тебе здесь надо? Да идите нахуй. Чего надо? Идите нахуй, правда. Ну просто идите нахуй. Все, что мне надо от вас, так это чтобы вы пошли нахуй. Так, мне надо до утра, получается, подождать. Ага. Погнали еще к этому сходим. Алхимокос. Алхимосу? Ну, вот этому, да. Что за шум? Здесь нет ничего для тебя. Поторгуй. Так, поторгуем. Это что такое? Ну, кстати, можно эту фигню тоже взять. Сколько вопрос у меня единственный этих? А, всего две короны героя. Тогда я не вижу смысла в шляпках Пикси. В самом-то деле. Шляпки Пикси мне на самом деле тогда правда не нужны. Зачем ты здесь? Иди нахуй. Так. Этого нету, того нету. Ёбаный в рот, что делать? А, мне бы поспать. Где-нибудь. Ну, погнали, сейчас где-нибудь здесь дрыхнем. Я просто мечтаю о золоте. Да, я понимаю. Так, обучаться мы пока точно ничему не будем. Так, с тобой можно поговорить о чем-нибудь? А, он что-то продает, да? Что он тут продавал? А, ничего интересного. Погнали, блядь, вот здесь поспим. Тут была кровать, это я точно помню. Здесь никто не будет против, если я здесь вздремну немножко. О, хуя. Что? 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 Я посплю. Спасибо. Спим до следующего утра.
Замечательно. Ты чего-нибудь хотел? Я больше не могу тебе помочь. Ладно, ладно. Я просто на всякий случай с ними общаюсь. Мало ли они что знают в этой жизни, правильно? Идем к кузнецу. Учимся кузнечному делу в троечку. Я надеюсь, что в троечку. Остальные 5 очков оставляем на будущее. Они нам точно понадобятся. Мало ли мне придется еще печати, что-то там, вот это, свитки, блядь. Вообще не удивлюсь, если это все мне понадобится. Но так у нас уже все навыки есть, офигеть. Магия кристаллов. Ну, ими я не пользуюсь. Может, потом, кстати, можно будет затестить, попробовать, да? Как вариант. Так, ладно, это меня настораживает. Где он? Я не кузнец. Ты собираешься тут торчать весь день? У тебя нет никаких неотложных дел? Я ему помог, чтобы он отдохнул. У меня и своих хлопот хватает. Вопрос, куда он делся в итоге? Вот где он сейчас? Так, вот сюда можно пройти. Может, тут какая-то комнатка есть, я не знаю. Нет. Куда он ушел? Где кузнец? Мне нужен кузнец. Ты собираешься тут торчать весь день? Да, блядь. Увидимся позже. Мне кузнец нужен. Ту-ту-ту, где кузнец? Что? Даже не думай о грабеже. Тут никого что нету. Что ты ищешь? Да, иди нахуй. Что ты тут ищешь? Кузнеца тут нету. Это напрягает на самом деле. Я хочу обучить... О, кузнец. Ты видел когда-нибудь такой меч? Посмотрим. Это обсидиан. Я с ним пробовал работать. Но никогда не думал, что из него можно сделать меч. Попытался однажды, но заготовка оказалась хрупкой и раскололась при первом взмахе. Погоди. Ты видишь это? Похоже на золотые прожилки. Может, это золото придает гибкости обсидиану? Ты можешь сделать меч? Ты можешь сделать меч из обсидиана? Ну, если найдешь нужные материалы, я могу сделать заготовки, а обрабатывать их сам будешь. То есть тебе нужен обсидиан? И золото. Ты приносишь мне обсидиан и золото, а я попробую сделать из них заготовки для мечей. Окей. Во, можешь меня научить? Кузнечное дело. Заебись. И можешь создавать одноручные мечи и простые украшения. Я хочу обучиться кузнечному делу. Сначала я покажу тебе, как ковать одноручный меч. Чтобы сделать меч, нужна заготовка. Сперва надо раскалить ее в горне. Когда она накалится и металл разогреется, ты можешь придать ему форму на наковальне. Затем надо охладить клинок, чтобы закалить его. Потом точишь его с помощью точильного камня. Отлично. Чему еще ты можешь меня научить? Так. Можешь даже сделать магические украшения. Для этого понадобится ювелирный стол. Магические украшения получат силу от драгоценных камней, которые ты вставишь. Ага. Искусство заключается в том, чтобы вправлять камни в золото для создания колец или амулетов. Так, второй левел. А вы можете создавать полуторные мечи и магические кольца. Я хочу выковать полуторный меч. Ты уже знаешь, как ковать оружие, но чтобы получалось оружие побольше, необходимо применить другую технику. Большой клинок быстро остывает. Так, давайте это слушать не будем, мне впаду. Можете создавать двуручные мечи и магические амулеты. Я хочу выковать двуручные. Как говорил мой старый учитель Макс, трудоголик, нужно исполнить молотом танец на раскаленном. Быстрые и точные удары. Если незаконченный клинок отзывается таким особым звоном, значит... Так ты извлечешь. Хорошо. У меня есть обсидиан для тебя. У меня есть обсидиан для тебя. Теперь есть? Дай мне заготовку из обсидиана для полуторного меча. Вот, да, давай это. Дай мне заготовку из обсидиана для полуторного меча. Вот. Угу. Сколько обсидиана понадобится? Чем больше заготовка, тем больше для одноручного меча. Я понял. Так, все. Ты раньше продавал, но из-за этих развалин я совсем без железа. Я мог бы помочь. Может быть. Если добудешь железные руды, я бы сделал заготовки для мечей. Что ты... Железо... Не, мне это не интересно. У меня есть заготовки. Погнали, сами сделаем меч. У нас есть задание. А я сам могу делать, погодите.
Рафлан и Бала. Стальная, обсидиана, пьющий душ. Во, раскаленный пьющий души, двуручный меч. Погнали. У нас вроде такой же клинок, нет? Нет, не такой же. Теперь на наковальню. А. Интересно, что получится. Ну, меч красивый. Меч, правда, красивый. Ля какой. Все. А теперь надо наточить. Съебал нахуй. Съеб. Я тебя въебу. Ну, вот почему, когда я начал работать, ты пидорас такой. Я подожду. Я, блядь, и мне похуй, я подожду. Да-да, посмотри, посмотри на него. Мало ли хуёво. Да-да-да, я подожду. Я тут топовый меч создаю, а ты мне, блядь, каким-то говном мешаешь. Чё за люди пошли? Ну, я никуда не тороплюсь, конечно, конечно. Всё? А, ты осматриваешь. Ну, я подожду, подожду. Заебись. Так, точильный камень. Ля, как уля, у него какие-то иероглифы еще. Выглядит неплохо. Перековка пьющего душу. Я хочу узнать, насколько он силен. 75 дамага. Двуручный меч. Он пизже вот этого клинка дьявола. Древний меч из давно забытой эпохи. Охуеть. 75, мать его, дамагов. Что, понимали, у меня сейчас 55. Ну, типа, 55. Насчет двуручный до кучи. Ебать, он маленький. Ну окей, я вас понял. Так, получается, что у меня теперь осталось? Единственное, что мне осталось, это один раз вкачать вот это. Вы можете использовать оружие типа двуручный меч. Навык использования меча и другого оружия ближнего боя. В общем, нам нужно 10 очков навыков. И тогда я смогу пользоваться этим мечом. К сожалению, у меня нету стальки. К сожалению. Так. Так, я могу сделать еще этот самый. Обсидиановый меч. Давайте тоже сделаем. Почему нет? Может, он будет пизже моего. Я только за. Так, надо быстрее, пока он опять не вернулся к этой хуйте. Ну, этот меч уже попроще. Это прямо видно. Ну а мы что, мы ничего против не имеем. Выглядит, кстати, красиво. Почему я не могу пользоваться? Нужно наточить этот клинок. А может, этот долбоеб за него встал? Сидим АФК, я в телефоне посижу. Да-да, да-да. Да-да. Ой, что все багается, ёпта, я только сейчас заметил. О, спасибо, долбоёб. Так, ну чё. Посмотрим, что за меч мы сделали. Выглядит неплохо тоже. Смотрите, какой. Красивый. Ля, какой. Металл прямо... Вот и всё. Балдёжный. Так, смотрим. А-а-а, вот он. Нет, вот он. Охуеть, он лучше моего. Тогда его и будем юзать. Окей. Так, ловкость, защита от колющего оружия. Угу. Получается все, что могу сказать. Мы сделали с вами обсидиаванный меч, мы сделали с вами... Да мы все сделали. Это стальные мечи, двуручные, полуторные, обычные. Это нас уже не интересует. Мне нужен раскаленный меч. Окей. Кристальные диски, расскажи друиду о храме, камни телепортации, Петти в беде. Погнали с Петти разбираться. Погнали ей помогать, точнее.
Меч у нас есть хороший. Мы сейчас еще больше дамага будем вносить. Куда больше, я без понятия. Типа, мы и так с вами имбовые довольно-таки, будем честны. Ты кто? Помощник кузнеца. Он здесь забагался, что ли? Ага. Ладно. Пусть сидит, чилит. Не будем мешать. Погнали к Пэти. Сходим в гости. Я полагаю, остальная борода отправила за мной как раз-таки это самого челика. Что-то мне подсказывает. Ты знаешь кого по имени... Ты не знаешь никого по имени Балтуро? Нет. Ни разу не слышала. Странно. А он, похоже, считает, что знает тебя. Говорит, что его босс хочет, чтобы я тебе помог. Готова спорить. Я знаю, кто его босс. Слуг у него и без тебя хватает. Надеюсь, он пожалеет, что свел нас. Так, Пэти, пора нам поговорить на чистоту. Так, Пэти, пора нам поговорить на чистоту. Что там такое в письме твоего отца? Если я тебе что-то рассказываю, значит, я тебе доверяю. И поверь мне, меня лучше не предавать. Дело вот в чем. Когда я сказала, что отец на острове, я имела в виду, что он был на острове. Значит, он уже не здесь? Нет, не думаю. Но я уверена, что он здесь что-то оставил. И любой мерзавец на острове готов убить свою мамочку, чтобы это получить. Заебись. Что оставил твой отец? Скажу тебе, когда найдем следующую зацепку. Ну давай. Что ты сейчас планируешь делать? Судя по найденному тобой документу, у моего отца был другой тайник. Подальше, вглубь острова. Если верить оставленной им подсказке, этот тайник в могиле. Не удивлю. И его нужно найти. Я пойду с тобой. Я пойду с тобой. Сам решай. Я покажу дорогу. Просто скажи, когда будешь готов. Я готов. Ой, чё, ты научить? Не научишь меня чему-нибудь, что поможет нам в наших поисках? А, да, конечно. Я могу тебя научить паре полезных штук, которые знаю сама. Чем? Алло, блядь, ничем? Идем. Ладно, пошли. Постарайся не отставать. Я не хочу тебя ждать. Кто кого еще ждать будет? Пошли. Я тут так вкачался, ты охуеешь. У скрипов тут фонари горит. Ладно, не суть важно, идем. Пам-парам-парам-папам-пам-парам-папам-папам. Так. Сбауиздве. Так, полагаю, тут сундук не причастен. О, птица. Жар-пыца. Пизда тебе, птица. И тебе пизда. Пиздец, я их ваншотаю. Обычная атака, я ваншотаю, ужас. Давай. Да я, да силен, да имба. Ну а чё? Это еще не самый топовый меч. Он всего лишь 170 дамага. Вот этот на 75. Кстати, 70 это дофига, я только сейчас осознал. У нас самый топовый будет 75. Он пиздец там пиздатый. Ну, с виду. Он еще двуручный. Господи, откуда здесь эти монстры все? Берегись. Нахуй идем. Спасибо. Так. Идем дальше. Ну, это изи. Ну, типа... Ну, окей, чё я тут выёбываюсь? Это обычные монстры, будем честны. Тоже тут, нахуй, выёбываюсь. Тут такой крутой весь. На самом деле, обычных бомжей каких-то убиваю. Либо серьезно. Ничего тут сильного против меня пока нет. Господи, их раньше не было. Это чё, за Пэти тут пришли или чё? Я не понял. Блять, я Пэти уебал. Ты жива? Пошли. Хорошо, хоть она бессмертная, я бы ее тоже, наверное, ваншотнул. Так, ну я, наверное, знаю, где этот клад. Это там, где я скелетов убивал давным-давным-давно. Да, это по-любому за Пэти, блять. Типа, я здесь раньше ходил, здесь не было никого. Да, мы команда, ура, мы вместе можем все. Не так ли, Пэти? Пиздец. Я на самом деле изи. Вообще настолько изи, блядь, что ужас. Перекач, как говорится, да? Отлично сработано. Да, я знаю.
Так, может, с этим челиком можно поговорить по поводу того, что он помог там? Маловероятно, конечно, но попытаться стоит. Увидимся. Да. Так, ну я знаю, куда нам идти, поэтому пошли за мной. Это не я за ней, это она за мной идет. Да, да, это по-любому, блядь, за ней, нахуй, блядь, животные просто. Вот и все дела. Ага. Вообще, нахуй, не почувствовал. Отлично, сработано. Да, я знаю, спасибо. Спасибо за информацию, но я знаю. Вот это вот, вот тут вот, скорее всего, сейчас налево она повернет 100%. Вот это вот место нас интересует. Угу. Почему я не удивлен? Дала бы мне просто ключ, я бы сам тут все сделал. А чё нет? Ну, наконец. Вот и оно, наверное. Очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь. В одной из этих могил должна быть зацепка, которая уже позволит вон, нам вон узнать, рядом, что мой отец сделал на этом острове. Возьми этот ключ. Если вдруг со мной что-то случится, береги его. Если кто-то еще решит найти то, что ищем мы, без этого ключа он далеко не продвинется. Ключ будет в целости и сохранности. Да, конечно. Смотри, не потеряй. Иначе мы попали. Ну, а вот оно и сокровище. Чего у нас тут? Старый ларец. На ларце выгравировано имя Стальная Борода. Ну окей. На. Смотри, в одной из могил была эта шкатулка. Так, дай глянуть. Там что-то есть. Вот оно! Следующая подсказка. Да хранят боги тебя и твою лопату. Спасибо. Что там сказано? Ты всегда такой шустрый? Или ты на Романова работаешь? У меня нет никаких дел с Романовым. Неужели? Оказывается, отец спрятал на этом острове большую часть награбленного за долгие годы золота. Оставленные им подсказки должны нас к нему привести, если мы их найдем. Пират закопал свое сокровище. Но кто бы мог подумать? Не особенно оригинально, но эффективно. Пока что никто его не нашел, правда? Нет. Но Романов догадался, что твой отец это сделал. Да, и будь я проклята, если позволю ему добраться до добычи. У моего отца бы припадок случился, если бы он знал, что добро попадет в лапы к Романову. Фак. Если твоего отца здесь нет, то где же он тогда? Я его уже давно не видела. Может, плавает в каких-нибудь дальних морях. Или заперт где-нибудь в тюрьме. Или с девками в каком-нибудь хлеву развлекается. Он говорит, что я его единственный ребенок. Но при том, сколько женщин он соблазнил, нас должна быть целая армия. Я смотрю, он заботливый отец. Ну, по мне, то пусть он хоть потонет, но сокровище должно быть моим. Он это знает. Я думаю, он специально оставил для меня подсказки. И как я могу помочь? Ну, и как я могу помочь? В найденной тобой шкатулке есть подсказка. Но я не понимаю, что она значит. Тут говорится про 5 безымянных могил на острове. Но сокровища он бы в них не спрятал. Это было бы слишком очевидно. Думай, думай. Отец всегда любил оставлять ловушки вокруг спрятанных сокровищ. Так что в могилах должна быть какая-то подсказка про ловушки. Может быть, про то, как их обезвредить. Тогда надо бы поискать эти могилы. Я не люблю неприятные сюрпризы. Ты этим и займись. А я попробую понять, где спрятано само сокровище. Сейчас бы помнить, где я нахуй находил эти еще все... Ой, блядь. Так, ты что, слышал о кристальных дисках? Ты что-нибудь слышала о кристальных дисках? Это артефакт какой-нибудь? Да, из развалин. Первый раз слышу. А что они делают? Твой отец везде на острове побывал. Как думаешь, мог он их найти и спрятать вместе с сокровищем? Вполне вероятно. Если бы он нашел что-нибудь блестящее, то забрал бы с собой. Тебе придется помочь мне, чтобы это выяснить, да? Может быть. Это еще по сюжету, ебаный рот. Как думаешь, что на уме у Романова? Он знает о сокровище. Он знает, что я его ищу. И одно я могу сказать наверняка.
Он высунет из норы свою мерзкую голову, как только поймет, что мы близки к цели. Это несомненно. Понял. Ага. Значит, я опять занимаюсь грязной работой, а ты сидишь на попе ровно. Ты же хочешь мне помочь? Хочешь ты мне помочь или нет? Или ты только на болтовню и способен? Не думаю, что ты хотела бы, чтобы я ушел. Что ты говоришь? Признай, мы с тобой сроднились. Ага, и дело совсем не в том, что я просто тебя использую. Ладно, я поищу эти безымянные могилы. Я отмечу на карте, где они находятся. А, да? И будь осторожен. А, да? Не только мы ищем это сокровище. Постараюсь. Ну, так будет легче. Так будет, ага, правда, легче. У тебя с этим проблемы с того самого дня, как ты на этом острове оказался. Это факт, блядь. Так, и где ты нахуй что пометила? Она наебала. Она ничего не помечает. А, или вот это пометки. Да нет, маловероятно. Или имеется в виду, она на область. Где? Что она отметила? Она наебала меня. Угу, угу. Нихуя. Да, вот это я помню. Не, вот это я не помню, наоборот, как раз таки. Вот это то самое, откуда мы пришли. Вот это, я, кстати, тоже думал, что здесь есть. Вот это я не помню. И вот это. Угу. Ну, пойдемте, сходим. Хорошо, у тебя есть такая штука. Я без нее нахуй не справился, будем честны. Первое, что хочу, это, наверное, здесь, ближайшее. Потом сделаем телепорт в Харбортаун, уже оттуда, может, будем двигаться. Я не сдохну. Спасибо. Так. Погнали. Дело у нас, конечно, по горло. И больше. Ой, ты что тут делаешь? Черт. Ты узнал меня, да? А, он тут стоял, это... Чем ты тут занимаешься? Чем ты тут занимаешься? Слежу за тобой, а ты мне мешаешь. Это еще что за глупости? Он хочет, чтобы ты помог Пэтти, и чтобы тебя при этом не убили. И поэтому ты преследуешь меня? Ты ищешь большое сокровище. С чего это ты взял? Каждый, кто слышал о сокровищах Стальной Бороды, знает, что Пэтти ищет их. А тебя часто видят вместе с Пэтти. Я видел, как эта девка шаталась по старому кладбищу на западном склоне. А ты бегаешь через весь остров с лопатой. Ну, любому дураку ясно, что вы затеваете. Ты Василий, один из людей Романова? Ты Василий, один из людей Романова. Да, черт побери. Ты меня не видел, ладно? Но я же тебя видел. Романов с меня шкуру сдерет, если узнает, что ты меня видел. Сделай одолжение нам обоим. Веди себя тихо. Мне не помешает твоя помощь. Это звучит странно, но давайте попробуем. Мне не помешает твоя помощь. Моя? Что я могу сделать для тебя? Мне надо попасть на западное побережье. Ты поможешь мне добраться туда. Если придется. Но когда ты закончишь свои поиски, я уйду. Не, в пизду его. Я сам справлюсь. Мне вот эти вот помощнички Романова нахуй не нужны. Надо будет пойти об этом рассказать. Потом как-нибудь. Главное не забыть. А я вспомнил, кстати, что тут за этот. За сокровище, где оно тут спрятано. И вот как раз тут недавно мимо-то проходило. Ну как, дайте сказать. Ладно, не суть важно. Пойдемте просто заберем его и все. Че париться. Просто уже ночь, причем очень глубоко, где-то 3 часа ночи. Поэтому у меня уже это... Мысли витают где-то там. Ну, вы поняли, да? Да, вот здесь, короче, сундук. Угу. Хорошо. С этим разобрались. О, деньги. Деньги — это кайф. Что за письмо? Теперь на могилах кресты с именами мятежников. Лишь на одной могиле имя старого пьянчуги, который однажды был избит Кворганом в Ашандоре. Гордился бы он этим сегодня, кто знает. Без понятия, что это за хуйня. Ну ладно. Следующее это что? Сейчас глянем, как там удобнее всего пройти. Как удобнее всего пройти? Это сверху, наверное, или внутри, или где оно находится? Без понятия. Куда лучше всего пойти?
Опять же, без понятия. Давайте, ладно, сделаем телепорт в Харбор Таун, уже оттуда двинемся. Так, Харбор Таун, вот он. Я там по иконкам уже запоминать начинаю всякие главные места, куда мне надо, обычно. Здравствуйте. Так, может, сначала на остров тогда сгоняем? Там два сундука минимум. Потом опять в Харбор Таун тпшимся и уже пойдем наверх. Залутаем два остальных сундука. Да, давайте так и сделаем. На самом деле удобная штука. Очень удобная. Спасибо за нее. Ничего не скажешь. Тут есть задания у нас какие-нибудь, кстати, еще. Да, у нас еще три золотые чаши. Где-то надо найти третью. Где, конечно, вопрос пиздец хороший. Тут, блядь, полгорода можно бегать и не найти. А, тут чисто ловкость. Интересно. Так. Прыгаем. Хуякс, хуякс, хуякс. Хуякс. Так, увлекся. Я здесь. Да, отъебись. Так. Ну быстрее, пожалуй, 100. Не знаю, буду это вырезать или нет. Наверное, нет, мне впадлу как минимум. Да и зачем? Пробежимся вместе. Чего нет, правильно? Посмотрите, как я бегаю. Вот тут кто-то есть, можно пообщаться. Ну, это, наверное, очередной челик Романова. Говорят, дерьмо всегда всплывает. Это поэтому ты тут? Ты не думал на тот маленький остров прогуляться? По крайней мере, тут тебя не видно будет. Смотрите, кто это у нас. Еще огрести хочешь? А ты заносчивый ублюдок, я смотрю. Так. Что ты здесь делаешь? Капитан Романов назначил меня приглядывать, чтоб с тобой ничего не случилось. По крайней мере, пока ты занят поисками стальной бороды. А мы делаем, что скажет Романов. И я, и ты. Знаешь, я думаю, ты здесь в качестве наказания. Романов готов спорить до сих пор злиться, что ты потерял ключ от лачуги стальной бороды. Рафлан. Ты лучше не обо мне, а о себе беспокойся. Так, как вот это мне интересно. Как ты узнал, что я сюда приду? Романов знает все про всех на этом острове. От него ничего не скроешь. Так, это очень это... Откуда, ну ладно, все равно задам. Да все это знают. Это не ответ. Ну какая к черту разница? Давай, ищи лучше. Значит, ты за мной присматриваешь? Я себя чувствую гораздо спокойнее. Ага. Просто ищи следующую подсказку. Так, ну давай, ладно. Зачем мне отправляться на маленький остров? Ты ищешь что-то, что принадлежит пирату, так? Остров защищен водой со всех сторон, верно? Если даже такой тупица, как ты, способен понять, что к чему, вряд ли это подходящее место, чтобы что-то прятать. Говорю тебе, ты... Сейчас увидим. Ладно, я пошел. Там есть два сундука, которые меня интересуют. Один запертый, другой по заданию. По заданию какой, я не знаю, где он там внутри, сверху. Но я сначала внутрь прогуляюсь, потому что, ну, хочу. Да. Погнали. Так, внутрь хочу, да, значит. Как мне здесь пройти? Или может тогда сразу сверху? Давайте глянем, где тут по заданию. А, я прямо под ним? Над ним? Чё? Значит, мы все-таки внутрь погнали. Видимо, да. Значит, надо внутрь спуститься. А, так вот он, вот тут земля, смотрите. Понимаю. А пещера вон слева. Понимаю дважды. Здесь что-то есть. Ну, давайте.
Ебать, что за хуйня? Четвертый тройняшка. Чё? Ладно. Чё тут? Деньги и еще письмо. Письмо. Теперь на могилах кресты с именами мятежников. Лишь на одной могиле имя старого пьянчуги. А нет, это не то, вот это. Бульба был последним из них. В итоге мне пришлось рыть 6 могил. 5 для мятежников и 1 для сокровищ. Ага. Угу. Окей. Это все подсказки какие-то. Я пытаюсь понять. Пока что тяжело дается, хотя я вроде уже все понял. Что тут тяжело дается, не знаю. Но будет видно. Я еще не уверен в своих этих, так сказать, заключениях, поэтому говорить вам не буду. Давайте сундук залутаем. И еще. И телепортируемся отсюда. Сработало. Легчайшее. Че тут? О, изумруд. О, что? Сломанный полуторный меч. Блять, можно очередной меч какой-то сделать. Перековка урагана. Угу. Ну погнали, заодно меч прокуем. Чего нет, блять? По пути. Где наш телепорт? Так, я что, промотал? Ага. Так. Погнали заодно, да, меч выкуем. Почему нет? Может заодно к ювелиру, кстати, сходим. У нас есть изумруд, у нас много чего есть. Я к ювелиру забыл совсем сходить. А здесь вообще есть ювелир, блядь, или чё, или кто, или как? Я что-то не видел здесь никакой такой движухи, с ювелиром связанные. Может, это к алхимику? Кстати, да, может быть. Так, ну чё, мы крафтим меч? Куда без этого? Ураган. Угу. Погнали. О, смотри, как выглядит красиво. Ну, кстати, правда, красиво выглядит. Так, куём. Ну, как раз он сейчас уйдет, мы здесь закончим. Все удобно. Ля, какой меч, смотрите на него. Неплохой. С виду был неплохой, хотя сейчас уже не думаешь, он уж такой неплохой. Ну, прикольный, прикольный, необычный. Спасибо. Ну, сейчас глянем, сколько у него дамага. Сразу все поймем. Я думаю, где-то 65 будет, на самом деле. Может, даже меньше. Но, скорее всего, где-то 65. Заметано. Не будет у него больше 70. Я почему-то не верю в эту хуйню. А, даже 60. Угу. Могущественный древний меч из давно забытой эпохи. Угу. Ну, как я и сказал. Потому что его было относительно легко найти. Легче, чем все остальные. Поэтому я так и подумал, естественно. Алхимика. Алхимика. А ювелир? Как мне ювелиром заняться? Ювелирство. Погоди, кстати, может у него есть эти врата? Не, у него только всякие эликсиры. Кстати, пополняются эликсирчики-то. Давайте-ка купим. Вкусно. Не-не-не, все, иди нахуй. Так, куда идем дальше? У нас осталось, получается, 3 клада. И все нам по пути, поэтому погнали. Ах, да. Так, идем. Так, ну по-любому тут 3 челика еще нас будут ждать. Тем можно будет попиздеть. Не знаю, зачем я вообще с ними разговариваю, в принципе. Хотя нет, тут никого не вижу. Ну, может, он где-то спрятался все-таки. Можно поискать по приколу, знаете. Так, чисто. Ну так, чисто поискать. Ну ладно, пофиг, пойдем. Ожерелье, старая борода, письмо очередное. Так, 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 так. Интересно, мы его прочитаем. Как, куда без этого? Так. Чтобы никто не позарился на мое золото, сейчас или в дальнейшем, я установил несколько смертоносных ловушек, которые убьют любого, кто попытается открыть мои сундуки с сокровищами. Это старый фирменный трюк Барнабы. Угу. Он, конечно, и не думал, что в итоге разделит судьбу своих жертв. А, он тоже от этого сдох, Аэрофлан. Так, ну, этого я не нашел.
Тут по-любому должен был быть чел. Но мне впадло, как минимум, поэтому пофиг. Нет, так нет, правильно. А, дальше что? У нас все, у нас осталось два места. А, погнали. Одно, кстати, даже знаю, где я. Помните, я там случайно как-то в одной из серий бродил? Кто полностью смотрел, тот знает. Бродил случайно там где-то, пытался из леса выбраться. В итоге набрел как раз-таки на это место. Там был сундук, который я уже выкопал. Да, так что этим заниматься, к счастью, не придется. А потом куда? Потом, я не знаю, там сверху или снизу. Наверное, сверху, мне что-то подсказывает сундук. Поэтому мы туда и пойдем. Ну, сначала надо здесь разобраться, естественно. Как же без этого? Так, все, по прямой идем. Никуда не сворачиваем. Ну как, надо будет свернуть один разок. Ну, один разок не страшно, правильно? О, кабанчик. Нету кабанчика. Бедный кабанчик. О, кабанчик. Нету кабанчика. Бедный кабанчик. Так. Да, давайте вот здесь побольше, кстати, пройдемся, потому что, я помню, здесь я еще мобов видел. Или не здесь. Не суть важно. Ну, короче, мы один хер сейчас выйдем куда надо. Так что все хорошо. Да, вот он. Замечательно. Так, это четвертый сундук. Тут уже зелье. Плюс 5 ловкости, кстати, кайф. Мне как раз там пятерки не хватало, чтобы лук новый одеть. Надеть. Лишь один сундук не представляет опасности, при условии, что вы знаете, как и какой именно. И у вас есть универсальный ключ. Все в ваших руках. По правде сказать, мне немного жаль Тараса. Он был хорошим человеком. Понимаю. Так, что мне надо? Залью за дельку. Где? Вот. Бульк. И одеваем лук. А, не хватает? Давайте, может, тогда этих поедим, грибочков. Три штучки всего надо. Десятку оставлю, мало ли я однажды все-таки найду кучу вот этих корон героя. Сомневаюсь в этом сильно, на самом деле, но все же. Я какой-то... Я выгляжу, кстати, как эльф какой-то вкачанный, люто. Мне сразу почему-то еще Skyrim вспоминается. Это уже все, забейте, блядь. Так. Твоя мать волнуется. Твоя мать волнуется? Моя мать всегда волнуется. Можешь передать ей, что я еще жив. Пока что. И по ней скучаю. Матерям такое нравится. Сам ей передай. Я назад не вернусь. Я ушел, чтобы побыть в покое. Окей. Плюс 150 халявного опыта. Я чё, я только за. Ничего против халявного опыта вообще не имею. Так, все, надо наверх забраться каким-то образом. Вот тут можно. О, курень агра, понимаю. Не ожидал вас тут встретить, молодчок. Так. Ну, будем надеяться, что он где-то здесь сверху, потому что, ну, а иначе придется идти вниз. Все логично. Так, он же где-то... Что? В смысле? Дитер, в смысле? А, это я не то задание. А, тут каждое задание можно посмотреть. Чё, серьезно? В смысле? Все это время я мог посмотреть каждое задание? Серьезно. Охуеть. Вот здесь, да? Угу, пойдемте. Не, я не ожидал. Я не думал, что я мог, оказывается, мог каждое задание все это время проглядеть, что где находится. Типа, серьезно, я вообще не знал об этом. Я вообще не подозревал. Погоди, ну-ка. Камень телепортации. 14 камней. Сколько у меня сейчас? Раз, два, три, четыре. Это те, которые я нашел, хочешь сказать? Да, это те, которые я нашел. Да. Он не показывает, где я их могу найти. Это просто показано, где я их нашел уже. Ясно. Ну ладно. Не, ну прикольно. Я что-то вообще это... Я даже не задумывался об этом. То есть я целую часть геймплея тупо не увидел. Ну как геймплея? Информация. Часть информации.
по геймплею. Просто не видел. Заебись. Что может быть лучше? Без понятия. Так, где-то здесь сундук. Если не здесь, то снизу, к сожалению. Ну, будем надеяться, что здесь все-таки. Мне уже кажется, что... Как туда попасть? Он по-любому там. Как туда попасть? Я могу левитацией туда залететь, чисто в теории. Или просто спрыгнуть попытаться. Или просто сначала вот этих убить. Че он тут нахуй стоит? Охуел? Блять, я их ваншотаю. Вот это меч. Вот это я понимаю. К северному храму телепорт. Так, ну по заданию северных... Не, погодите, это не то задание. Безымянные могилы. Да, нам надо вниз. Погнали вниз. Только я сейчас золото залутаю. Ну, очередной телепорт мы нашли. Это кайф. Отлично. Изумруд еще нашли. Как туда попасть вообще, в принципе? Если не прыгать, я без понятия. Ну, туда, наверное, можно как-то... А вон он, кстати, я вижу его отсюда. Ну, ничего, ничего. Хоть где-то баги полезны, блядь. Спасибо на этом. Корона героя. Важная штука. Как сюда можно было бы забраться без... Это еще что за хуйня там? Без всей этой движухи. Угу. Никак, понял. То есть я правильно, да, сделал, что вот так вот спустился? Возможно, да. Это что? А, шар левитации. Возможно, где-то такой можно было еще один найти, да? Чисто в теории. Да, 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 ну да. Так, ну что, давайте. Здесь что-то есть. Ой, ну это, наверное, самый топовый здесь сундук, который должен быть, возможно. Ну что, он, ну, неплохо спрятан. Я бы его не нашел сам. Вот вообще никак бы, забейте. Без шансов. Мне этот шлем, на самом деле, не нравится, как риблинин какой-то выгляжу. Мне все доспехи нравятся, кроме шлема, блять. Ну, защиту зато дает неплохую. 250, письмо остальной бороды. Последнее. 1000 опыта дали. Кайф. А, давайте прочитаем. Естественно. Так, я зарыл 6 сундуков с сокровищами в могилах, но мои драгоценности только в одной из них. Фергальд был самым тяжелым из всех. Он весил столько же, сколько 2 диких кабана. В могиле едва нашлось место для сундука. Оно? Да, вроде оно. Да, это оно. Так, ну здесь больше лутать нечего, кроме, ну, всяких растений. Так и быть, давайте возьму. Я жмот. Так, чё? Всё, возвращаемся. Давайте, может, сами пройдемся пешком. Фред ждет. Блять, я про Фреда опять забыл. Бедный Фред. Куда летим? Хуй знает, но мы куда-то летим. Логичное заявление, да? Здрасте, я у вас над головой. Вы не против? Спасибо. Не, нормально. Пустились. Ой, я что с вулканом? Только сейчас увидел. Он всегда так это самое? Извергался, как сучка. Что-то я не помню, чтобы он так делал. Ладно. Не обращаем внимания. Это нас не касается. Так, сейчас пообщаемся с Петти. Я так полагаю, найдем еще один. Я так полагаю, денег она нам, скорее всего, не даст. Ну и похуй, они нам особо не нужны. А вот этот кристаллический, вот этот вот, я уже забыл, как они называются. Диски, да? Вот он нам нужен. А последний, где найти, я без понятия. Надо будет, наверное, поговорить с Доном. Дон нам, может, что-нибудь подскажет. Было бы неплохо. Ну, или еще с кем-нибудь. Было бы тоже неплохо. Она серьезно все это время на кладбище сидела, типа. Понял. Вопросов не... А стоп, где он? Так, еще ты тут делаешь, долбоеб? Эй, если хочешь еще раз увидеть Петти, давай без глупостей, усек? Без глупостей? Романов хочет с тобой поговорить. Он тебя ждет на западном берегу. Пошли со мной.
Ну что вы сделали, что с Петти? Вы сделали с Петти? Я с тобой разговаривать не буду. Или иди за мной, или забудь про девку. Ладно. Хорошо. И не отставай. Пойдем. Точно. Ой, господи, вот эти вот проблемы. Я так и знал, что с Петти что-то случится. Они слишком легко меня отпускали все это время. Это было крайне странно, подозрительно. И вообще, мне кажется, что... тупо. По-другому это не назовешь. Мне кажется, я знаю, где находится сокровище Стальной Бороды. Чуть не подсказывает. Привет. Что ты делаешь? Я смотрю, ты... Значит, мы сделали огромный ш... нашему... Я уверен, что ты примешь успех. Но помни, кто... Будь мне зато опыт дали. Я мог тогда и с тем пообщаться, да? Ну, уже похуй, на самом деле. Надо будет обязательно засейвиться 100%. Перед тем, как идти туда. Ну, просто как далеко нам еще идти просто. Я хочу вот как раз перед тем моментом засейвиться. Так, я тут никого не вижу. Ну мы, я так полагаю, прям в самый низ, да, спускаемся. О, заодно там, кстати, за водопад с вами залутаем. Да? Вот, прошу. Здесь я тебя оставляю. Ага. Нечего тебе ошиваться вокруг. Романов ждет к северо-западу, в самом конце западного побережья. Следуй этой тропой через развалины, ты его найдешь. Если с ней что-то случилось, я тебя найду. Я всего лишь посыльный. Хочешь изображать крутого? Попробуй на Романове. Но только если ты готов к тому, что вы с этой девицей в итоге где-нибудь всплывете с перерезанными глотками. Ладно. Я знаю, короче, где сокровище Стальной Бороды. Пока мы шли, я подумал и понял, что единственное место, которое мы здесь с вами в итоге не смогли залутать, это когда идешь за водопад, там есть башня. Тихо! Блять, надо смотреть, куда идешь. Когда идешь за водопад, там есть башня. За этой башней есть в скале решетчатая дверь. Я думал, это что-то будет по сюжету. Но, видимо, это вот по этому сюжету, скорее всего. Ну, 100%, блять. Других вариантов я не вижу. Ну, типа, серьезно. Так что да, как-то вот так вот все получается у нас. Ну, я не против, я только за, обижаете. Тут заодно сундук можно залутать. У нас по заданию. То... Ну как по заданию, просто залутать. Без задания. Кстати, я давно не сейвился в плане вот сам. Я все через quick save играю. Один раз неправильно засейвились и пизда же, да? Да есть типа авто. Ну они далековато обычно. Так. Я полагаю вот тут вот. Если не тут, то я тогда не прав. Я прав оказался. В общем, окей. Сейчас мы здесь разберемся. Только перед этим, естественно, я хочу открыть сундук, который тут на самом верху. Потому что я потом про него по-любому забуду. Что-нибудь интересное случится, как обычно. Не очень понятно. Блять, почти ведь. И еще раз. Сработало. Так, что тут? О! О, магическая защита. Вот это я, наверное, одену на себя. Это пиздатая штука. У меня сейчас одета... А, ловкость плюс 10. Блин. Это амулет ведь, да? Блин. Давайте я буду без лука ходить. Это намного пизже штука, на самом деле. Если так подумать. Так, сохранить. Окей. Все, погнали. Я готов ебало ломать. А, сухопутная крыса. Поболтать пришел. Привет, Романов. Самый момент тебе попробовать убить меня из-за подсказок о сокровище Стальной Бороды. Поверь мне, если бы я мог, так бы и сделал. А что тебе мешает? То, что лишь вы с Петти знаете, как избежать ловушек Стальной Бороды. Эта маленькая стерва уже отказалась сотрудничать.
Посмотрим, окажешься ли ты умнее. Каких таких ловушек? Хватит дурака валять. Я уже потерял одного из своих людей в попытке добраться до сокровища. Так что теперь мои люди туда не пойдут. А раз с нами есть ты, им и не придется, верно? Что ты сделал с Петти? Она в безопасности. Где? В месте, где она может внезапно перестать быть в безопасности. Все зависит от того, как поступишь ты. Чего ты от меня хочешь? Ну, у тебя есть выбор. Или ты идешь в пещеру и приносишь мне то, что нужно, или ты никогда больше не увидишь Петти. Давай. Покончим с этим. Доставай оружие. Жаль, жаль. Я думал, ты умнее. Ладно, будь по-твоему. Придется мне тогда еще раз на Петти поднажать. Я тебя убью. Так, ну погнали. Квиксейвимся, все дела. Охуеть, они прям разлетаются, как сучки малолетние. Вы думали, вы со мной справитесь? Блять, я нахуй всю карту прошел. Я, блять, залутанный так, что вы охуеете от своей жизни, друзья. Ну че, сука? Один на один? Давай, давай, блядь. Я тебе ебало сломаю. Он даже дефает, смотри-ка. Сосать, сучка. Так, ключи. Угу. Заточил Петти. Изящный меч. Что за меч? Изящный. А где он? Фу, говно, это вы вот этим хотели меня убить? Господи, блядь, постыдились бы, честное слово. Ну, типа, серьезно. Ну, в общем, с пиратами мы с вами разобрались. Что могу сказать? Пиратов больше нет. Что делать? Так, лагаю дальше пройти. И где-то тут пойти? Нихуя не так. Так, где Петти? Где мне найти Петти? Петти. Камера Петти. Где может быть камера Петти? Ну, в смысле, где мне Петти найти? У меня подсказки даже никакой нет. О, корень ограза то есть. Погнали, возьмем. Так, мне, может, сейчас придется гуглить, потому что... Ну, я сам не догадаюсь, если мне вот так вот прям в лоб не скажут. Это я вам 100% нахуй гарантирую. Как бы, я себя знаю. Этим все сказано. Давайте чисто ради интереса, знаете, что сделаем? Я попробую сам открыть сундук. Так. Ну, я, в принципе, так и думал. Ничего удивительного. Мне еще загрузиться не дают. Ты что, настолько все плохо, да? Так, где Петти найти? Ну ща. Петти. А, погоди, тут можно пройти куда-то. Может, она где-то здесь, блядь. Ага. По-любому, нахуй. Ну, пожалуйста, дай нормально залезть. Спасибо, друг. Ты настоящий друг. Ой, здрасте. О, они не ваншотаются, кстати. Первые мобы, которые не ваншотаются за долгое время. Ну, тут, видите, несколько могил, какая-то из них, судя по всему, настоящая. Вот и все. Да, их тут целая куча, и какая-то из них та, которая нам нужна. Ясно. Ясно, понятно. Ну, в принципе, так и думал.
Вообще не удивил. Каменную плиту давайте возьмем. Погнали Пэтти искать. Без нее, естественно, я не буду сокровища добывать. Ее где-то заперли. А где ее могли запереть? Это пиздец вопрос, конечно. Так, погоди. Ты золотых чаш, найди письменные принадлежности, кристальные диски для Дона, ты золотых чаш, ко мне. Вот. Отец Пэтти спрятал на острове ценное сокровище. Пэтти должен найти его раньше, чем это сделать Романов. Карта заданий не показывает ничего. Ну, давайте я уж тогда загуглю. Прямо при вас. Так. Где держат Пэтти? После убийства капитана Романова там же мы забираем ключ от камеры Пэтти, а вот ее саму найти сразу получается далеко не у всех. Но вообще ее искать не так трудно, девушка находится в оставленных провожающих пиратов руинами. Спуститесь по лестнице, увидите со стороны обрыва и на подвышенной башне комнату Пэтти находится. Что? Нихуя не понял, что написано. Надо сейчас про себя почитать, чтобы нормально было. Девушка находится... Что, провожающим пиратам в руинах? Видите со стороны обрыва рядом с разрушенной башней комнату. А, уточняем. Во, это мне. Возвращаясь от тайной пещеры. Угу. Справа увидите развалины. Там же увидите между развалинами тропинку, ведущую к морю. Над морем будет площадка. На площадке дверь. За дверью как раз найдете Пэтти. Ага. Охуеть, объяснили. Ну, пошли. Это возвращаясь, повернув направо. К морю, да, проход, она сказала. Че, вниз давайте спускаться? Блять, может, я неправильно понимаю что-то, как обычно. Ну, я могу. Давайте добудем. Спустимся вниз. Там уже видно будет. Но я там не помню, чтобы какие-то двери, блядь, видел или еще что-то. Может пригодиться. Но я еще тот валенок, отвечаю. Сейчас, блядь. Зато смотрите. А, это лечебный, думал, курение. Играю еще один. Ладненько. Спускаясь вниз. Что-то там, блядь. Где-то что-то. Давайте здесь сейчас прогуляемся. Заодно посмотрим, может, я что-то не залутал. Я вроде тут все лутал. Может, имеется в виду те развалины, а не эти. Я-то про эти развалины подумал. Может, надо думать не про них было. Может, все может быть. Давайте сюда пройдемся, так или иначе. Мы сейчас здесь наверх просто заберемся и все. Да? Тем более здесь корень агра есть, я точно помню. Я просто тогда не знал, что могу так высоко прыгать. Хуяк. А, ну он тут прям не прыгает, а это залазит. В общем, да, давайте забираться. Скорее всего, где-то просто в развалинах здесь ее держат, вот и все. Корень агра, то, что надо. Ни капельки не опасный момент сейчас был. Пиздец. Так. Я мышка еще что-то... Сука. Не, блин. Все? Все. В общем, у меня аж глаза заболели. Так. Окей, надеемся, что Пэтти где-то вот тут. Что могу еще сказать по этому поводу? Засейвились на всякий случай. В жизни всякое случается. Баги, хуяги. Вниз, блядь, падаешь. Стабильно. Так. А чё тут? Тут нихуя. Ясно. Хорошо. Ой, даже здесь нормально залез. Да ты хорош. Так, где-то здесь, возможно, Пэтти. Возможно. Возможно, нет. Все возможно. Давайте во все потычимся, как долбоёба. Почему нет? Так, здесь я все лутал. Здесь нечего делать.
Так, ну Пэтти, я думал, здесь держат. Если не здесь, то я тогда за тупок, уж извините. Там тоже хуёво объяснено, надо было видео глянуть. Так, объяснять как там, так это надо уметь. Не уметь, блин. Вот уметь, не уметь, вот это надо уметь, ведь, да? Так, какая-то дверь. Давайте я сейчас последний раз самолично гляну. Вот здесь вот есть какая-то хуйня спуск. Но не помню, чтобы здесь вообще что было. Все, нашел. Каменная плита. Сейф. Сундук. А потом Пэтти. Вот так вот все. Не очень понятно. Лучше начать сначала. И еще. Согласен. Пиздец. Сработало. Че тут? Повезло. Сколько уже серии идет? Кстати, о птичках. Пизда, 1.5 часа. Ну ладно, такую выложу. О, спасибо. Похоже, пришлось изображать из себя принцессу в беде. А я тогда кто? Герой или дракон? Как ты смог до меня добраться? Пришлось убедить Романова отпустить тебя. Это было нелегко. А что насчет морской карты? Она у тебя? Какая карта? Ты радуйся, что у тебя голова на плечах осталась. Я радуюсь, поверь. Только без карты все усилия впустую. Я больше ничего не знаю. Чё в смысле, блядь? Чё в этот раз, нахуй? Отец Пэтти спрятал на острове ценное сокровище. Пэтти должен найти его раньше, чем это сделает Романов. Морская карта, кто, блядь? Я не помню, какую морскую карту. Удачи там! Спасибо, блядь, нахуй я тебя вообще освобождал, господи. Ну так полагаю, мне нужно возвращаться и там сундуки каждые проверять. Ёбаный в рот, этого казино. Ну а сейчас в казино поиграем. Сейчас мы с вами поиграем в казино. Вопрос, от какого сундука мы не сдохнем? Может, моя чуечка меня не подведет? Это как, знаете, играть в русскую рулетку. То же самое, только сейчас будем выкапывать сундуки. И уже там смотреть, что за русская рулетка, блядь. Ну, пиздец. Надо было сразу это сделать. Я подумал, вместе с ней сюда придем, потом сделаем. Это, видимо, еще не главный лут тут, чтобы вы понимали. Это какая-то очередная карта, блядь. Но от этих пиратов другого и не ожидаешь, в принципе. Вообще, знаете, я бы закончил серию, продолжим уже в следующей, потому что, ну, 1.5 часа, сами понимаете, это пиздец. Очень долго будет загружаться, как минимум. А с вами был, как всегда, Залион. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчики, не забывайте оставлять свой комментарий. А мы увидимся с вами совсем скоро. Всем спасибо за просмотр, всем пока.